Похоже, что Морелло действительно решил рассердить меня. Однако я разумный человек. Как тебя зовут, сынок? Томас Анджело. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Ты уже знаешь Полли и Сэма. А вот Фрэнк — моя правая рука. Он имеет дело с легальной стороной нашего бизнеса. За стойкой стоит Луиджи. Это дело не такое уж простое. Но Луиджи отлично готовит. Полли познакомит тебя с Винченцо и Ральфи. У нас еще много людей. Но пока что ты знаешь достаточно. Теперь слушай внимательно. У нас есть несколько правил. Никогда не переходи дорогу полицейским, мы им платим. И тебя они не тронут. Но если зайти слишком далеко, они придут за тобой. Платим мы им или нет. Если тебя арестуют, ничего не говори, и мы позаботимся о тебе. Я могу отблагодарить тех, кто мне помогает. А из тех, кто предал меня, мало кто выжил. Капишь? Да, мистер Салье. Я рад. Сегодня я дам тебе возможность рассчитаться с ублюдками, которые испортили твое такси. Проверим тебя. У Морелло есть бар, куда ходят все его гориллы. Все они паркуют свои машины за забором возле бара. Если ты парень, что надо, завтра утром их там уже не будет. Полли пойдет с тобой на всякий случай. Зайди к Винченцо за снаряжением и к Ральфу за машиной. Я не стал бы ему так доверять. Он, похоже, колеблется. Он принял твое предложение, потому что у него нет выбора. Посмотрим, Фрэнк, посмотрим. Меня больше интересует, что собирается делать Морелло. Неужели он решил начать войну? Винченцо – оружейный эксперт Дона. Они знают друг друга с младенчества. Достанет тебе все, что угодно, от Томми до гаубицы. Винни, он такой. Всегда навещаю его перед работой. Бонжорно, Винченцо. Чао, Полли. Это вот Том. Новенький у нас. Приятно познакомиться, Том. Что я могу сделать для вас? У нас есть одна работенка. Нужно раздолбать несколько машин. Вот вам классический предмет спортивного снаряжения. И на всякий случай есть еще пара коктейлей. Однако с ними поосторожней. Спасибо, Винченцо. Не потеряйте биту, это моего племянника. Заметано. Этот Ральф полный идиот. Но с машинами он управляется мастерски. Как такой придурок может вообще в чем-то разбираться? Ну вот так вот бывает иногда. Как гости? Как делишки, Полли? Здорово, Ральфи. Я вижу, все еще хромаешь. Так что у нас тут теперь двое инвалидов. Зато у меня с мозгами все в порядке. Угу. Ральф, это Том. Если пригонишь ему краденую машину, он сделает ее твоей собственной. И никто не заметит разницы. Ральф, у нас с Томом есть дельце одно. У тебя вроде должна быть для нас тачка. Точно. Вот она. Для гонок она не годится. Но вам подойдет, честное слово. Спасибо, Ральфи. Поехали. Продолжать ходить мафия.
там пыльного отдыха не будет.
так нам, поэтому... Возвращайтесь к карьере. Не все об этом. Даже никто не хагрил. Никто. Ну, там просто бах, да, узнал. Мы вернулись, босс. Чудесно. Садитесь. Все прошло хорошо? Босс, он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. А пока они это переваривали, мы смылись. Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так сэр. Что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Спасибо. Ну что ж, получается, это уже конец главы. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Всем удачи. И пока.